Здорово. Слышь, ты будущий шашлык, ты быстрее можешь? Я тут пытался замену найти Пантелею. Неудачно нашел. Ладно, мы подождем. Вот пословица есть такая народная. Кто не подписан на канал Эдисона? Здорово, усатый. У того срака еще намного ленивее, чем вот эта свинюха. Направо! Направо. Вот да, вот туда. Здорово, Костян. Здорово. Ты Дуримонда? Алло! Посторожи! Опа! Стоять! Пик-пик! Припарковался! Я Она пошла Пантелея наведать. Ну, понеси ему там цветочек, только не настри ему там. Костян, серьезный разговор к тебе. Я знаю, ну, в жопе заиграло кое-что. Тебе нужно развлечься. Тусы, тёлки, бухло. Если кто-то меня смотрит с родителями, извините. Не ко мне претензии, ни к своему сыну, ни к своей дочери. А вот к этому чубзилету, которого вы видите на экране. Константин Петрович, дрить колотить! Ты вообще распоясался? Я знаю то, что у всех в жизни бывают такие периоды, когда нужно просто уже зажечь на максимум. Тусы, дискотеки, Но не в этой жизни. У нас на носу открытие ресторана. Я тебя в прошлой серии просил убраться там. Надеюсь, то, что все хорошо. Потому что не только... Ты стой там! Потому что не только ее, а и тебя на шашлык пущу, если там не убрался. Ядрить, колотить, за всеми вами следить нужно. Опа! В ту сторону! Кто не знает, у нас сегодня открытие! А, кстати, как делишки, ребятишки, да. Все меня просят говорить вот эту фразу на начале. Ты можешь туда зайти? Зайди, пожалуйста, туда. Как делишки, ребятишки, зайди внутрь. Опа, вот здесь, в принципе, можешь стоять, да. Дуримонда! Я тебя... О, господи, ты помилуй, стой, иди... Открытие ресторана. Надеюсь, то, что Константин Петрович совсем справится. Костя. Костя. Педобир в джакузи. Новая тёлка какая-то. И прям звезда сияет ясно. Пони. Костя, у тебя кролик в сральнике застрял. Ой, извини! Я случайно... Да как... О, вот как смывать. Не смывается. Ладно. Если... А, здорово, да, кстати. Ничего не подумайте такого, он просто слишком достающий, поэтому посиди здесь до следующей серии, я потом тебя выпущу. Я обещал, Костянчик, я обещал! То, что если ты не уберешь все до этой серии, понимаете? Костя срывает мне открытие ресторана. В этой серии мы уже не сможем открыть ресторан, откроем ее. Это как? Слыши, внук Гарри Поттера, как он... спи, крепко спи, сладко. Костя соврал мне, Костя сорвал мне открытие ресторана. Открытие ресторана переносится на следующую серию. Я обещал, то что в этой серии мы посмотрим. Все записывалось на камеру. Мы сейчас выясним, чем Костянчик занимался все это время. Видно, чем-то слишком интересным, если у него на звезде пони. Что же здесь происходило последнюю неделю? Потому что Костянчик использует мой ресторан в своих развлекательных целях. Давай, подписок, ты со мной тоже сейчас посмотришь.
пошли, пошли. Хотя нет, стой там. Костя, ты живешь как в последний раз, да? Костя, ты... Что за дичь? Костя, ты нагулялся, хватит, пожалуй. Ставь лайкосик, если хочешь зажигать так же круто, как Константин Петрович. Развратная жизнь, да, Костя? Я сейчас гоняю домой к родителям, заберу все свои деньги, потому что при мне сейчас денежек нет. А ты пока убери здесь, пожалуйста. Ради нашей дружбы, последняя тебе возможность сохранить ее. Уберись, выгони этих баб. И, ну, и баб, в смысле, и баб тёлок, и баб, бабу Галю, Зину, вот как её, неважно так. Вот. Иначе, Костя, тебе точно писта. Ну, паста, паста, писта. Ну, кто смотрел предыдущие серии, тот понимает, что такое писта у Кости. Кстати, кто смотрел предыдущие серии, молодец, кто не смотрел... Оп, нажми, пожалуйста, на подсказочку, посмотри предыдущую серию, потом возвращайся на эту. Все, погнали, усатый, я сейчас вернусь. Где мой розовый мешок с мясом? Подписчик, ты со мной не идешь. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю, а если ляжешь на краек, свинка Пеппа откусит тебе бачок, я не знаю. Унитаза бачок тебе откусит, не умею рифмовать. Никто в гости не приходил, никакие воры, никакие злодеи. Не, все, папа, мама на месте, поэтому все живы, все здоровы. Ну и, в принципе, очень даже хорошо. Опа, опа, так. Люся, встречай. Пожалуйста, закрой глаза. Вот, мне просто нужно код опять ввести. Закрой, пожалуйста, глаза, ну, пожалуйста. Просто никто не должен знать код от моего сейфа. Закрыл? Я надеюсь, что закрыл. Один, ага, ага. Да. Все, можешь открывать. Ага, молодец. Так, стак. Да, конечно. Все же закрыли, да, все закрыли. Все, мам, пап, до свидос. Потопали в ресторан. Сейчас заплачу курьеру. Надеюсь, то, что Костянчик все же там уже убрался наконец-то. Если нет, нашей дружбе конец. Здорово. Садись, садись на свинюху. Садись сзади. Да, угу. Ща. Ну, что ты там, Костян? Просрал нашу дружбу, не? Посиди здесь, мешок ходячий. Пошли к... Ай, да ты мой красавец! Нужно было сразу ему приугрожать то, что... конец нашей дружбе, Косячик сразу же убрался в ту же секунду. Костя, кролика в сральнике забыл, убери в следующий раз. Ну, в принципе, молодец, ты от меня... Спокойной ночи! Да, все, бежим к усатому! Да, ровесенький был, извини то, что заставил вас ждать. Где? В машине, да? Ага, в машине. Так, я... Да, заглуши свою машину. Кто? Чё? Кто там? Я кого-то... Извините, я не таксист, я в Uber не работаю. Ага. Спасибо большое тебе, курьерочек, за то, что доставил это все для изготовления моей продукции. 16 специй для Кока-Колы, 16 помидорок, 16 сочных кусков сыра и также 16 соли. За это все я тебе отвалю. Так сколько? 64 золотые монеты. Вы скажете то, что Эдисон, ты дебил? Ты дебил? Ну подождите, он мне же еще кое-что привез. Он мне не только это привез, а еще гриль! Ай! Те, кто давно смотрит мои серии «Жизнь ютубера», те знают то, что я давно мечтаю купить себе дачу и на дачу установить гриль. Гриль я купил, а вот дачу нет. Ну, через пару годиков куплю. Я быстренько сгоняю в ресторанчик прямо сейчас. Заберу подготовленный уголечек отсюда. Пошли, подписан, я с тобой тоже поделюсь. Пошли. Ой, буду тебе через забор сюда бросать. Запиндолю сюда 3 кусочка уголька, и мне нужно мясо. Чтобы пожарить что-то на гриле, чтобы протестировать, пока курьер не уехал, типа работает гриль или нет. А проблема в том, что мяса у меня нет. У меня есть пожаренная курица, и у меня есть пожаренные стейки. Жареную еду на гриле готовить как бы не надо, надо сырую готовить. Откуда бы мясо взять, а? Слышь, шашлык ходячий, пошли, там, я тебе морковку тебе там дам, и морковку, и ой, как, накормлю я тебе там, давай, миленькая, пошли туда. Ага, да, сейчас мы перевернем, сейчас я с кем-то поделюсь с вами, не переживайте, сейчас я переверну эту сосиску, ага,
Опа! Сосиску перевернул, кебаб. Опа! Вкусный, сочный кебаб. Сосиска тоже. Из свинины. Не спрашивайте, откуда я это взял. Ой. не спрашивайте. Опа, сосиска приготовилась. Кто? Опа, кебаб тоже приготовился. Короче, держите. Держите мне сосиску, Костянчик, а я себе кебаб возьму. Вкусный, сочный, потрясный. И да, кстати, гриль я тоже заберу. Гриль я заберу и поставлю куда-то на задний двор. Вот сюда мы будем для посетителей здесь готовить какую-то вкусняшку. Но это будет чуть позже. А сейчас я пойду в ресторанчик. Выложу все это в холодос. 16 солей сюда. Выложу еще 16 помидорок сюда. Выложу зажаренную курицу сюда. Выложу 6 борщица тоже сюда. И 16 сырочка сюда. И, кстати, специи. Ух ты, ёхты, у нас 31 специя. Вы спросите, мол, Эдисон, ты совсем с дуба рухнул? 64 золотые монеты за какие-то там продукты. Ребята, у нас завтра открывается ресторан. Из этих продуктов я нафигачу столько блюд, то что все эти блюда можно будет продать за 3 стака золотых монет. То есть я сейчас ложил 1 стак золотых монет, но из этого одного стака я получу 3 стака. А! Да! Да, так завтра открытие. Костянчик, помоги мне, или подписон, помоги мне, пожалуйста, там пиццу нужно заваргать. Извините, вы к кому? Это не ЖЭК, это не оплата коммунальных услуг, это не банк, вы куда? Я ж забыл объявить то, что открытие переносится на завтра, все пришли сегодня. Подписчик, иди запускай печки, начинай месить тесто. Пацаны, пацитрессы, 30 минут, я все приготовлю и всех вас сюда впущу. Что нам сейчас делать? Подписон, у нас полчаса! Ёханый бабай!